Всем большой привет! Это Степа на прогулке. У нас весна полным ходом. Кругом уже лужи, все тает. На солнышке плюс 18. Да, Степан? Он смелый какой парень. Зиму-то он дом у нас просидел, а сейчас чувствует весну, уже гулять просится. Хотя он у нас такой не гулящий кот. Да, не гуляющий. Я сама собралась в магазин, решила так начать свой влог новый, а то постоянно меня просят влог снять, а я сижу дома, много работаю, сейчас много шью и совсем из дома почти не выхожу, так только до ближайших магазинчиков. Ой, как я люблю, когда весной пахнет, когда вот капель, что-то с крыш течет, правда, ноги мокрые постоянно, но тем не менее весна — это радость. Завтра Максимка едет с папой в больницу, в областную, к врачам. У нас с папой такое распределение. Я учу, а он лечит. Просто дело в том, что с папой у него лучше получается по врачам ходить. Врачи лучше прислушиваются к папам, чем к мамам. Ну, правда, как, глядя, какая мама. Я такая мама, что я и у кабинета буду сидеть часами. Кто без очереди будет лезть, я всех пропущу. Вот. Как-то я такая не очень уверенная в себе в таких моментах. А папа у нас, он и у врачей будет там дотошно все спрашивать. И оборону держать у кабинета. В общем, мне легче учить. А папа у нас по лечению. Вот. Так что надо закупиться, чтобы у них было что в дорогу покушать. Они едут на машине. Это 140 километров от нашего города, областной город, в Ярославль. Вот. А я буду их уже дома ждать, созваниваться. Вот. Мы сейчас идем в Пятерочку. Видите, это мы прямо от подъезда с вами идем. И вот уже видно магазин Пятерочка. Очень тепло на улице, так хорошо, хотя ветерок, не знаю, в камеру он будет шуметь или нет. Но очень тепло, 18 градусов на солнце, это очень чувствуется. Ходим уже без шапок. Классно. И пахнет, как я сказала, весной. Прям солнышко, голубое небо. Супер. Так что иду, улыбаюсь во весь рот. Всем приятного тоже настроения. Я в своем репертуаре. У меня сил хватает только закупиться, а потом вызывать подмогу. Вот мои мужчины тащат нашу добычу. И так каждый раз происходит. Правда, я еще в один магазин забежала. Купила там наполнитель коту в горшок. И жидкость для снятия лака взяла, а то у меня закончилась. Поэтому мы делали с вами круг. Вон там мой дом. В общем, мы вон там прошли Пятерочку, а в Пятерочке вот сюда в магазин и возвращаемся. Максимкина школа. Скоро каникулы. Каникулы я жду больше, чем Максимка. Очень устала я учиться, вставать в 7 утра. Поэтому очень скоро будут с 20 числа каникулы, мы с ним отдохнем, начитаемся книг. Может быть, больше будем снимать чего-нибудь интересненького. Пришли мы домой. Посмотрите, какую красоту нам подарили. Вот такой прямо крошечный на 2 пальца, на 3 пальчика горшочек. И здесь маленькая-маленькая такая фиалочка. Ее надо срочно пересаживать, хотя у нее есть уже, вот смотрите, бутончики. Во время цветения пересаживать, конечно, бы не надо. Но ввиду того, что условия у бедной фиалочки очень-очень крошечные, ее надо срочно отсюда вынуть и посадить в большую землю. У меня есть вот такой симпатичный горшочек в форме ракушечки. Он у меня уже давно стоит. Я думаю, для фиалочки будет очень даже неплох. Он и не глубокий. То есть, когда корни у нее разрастутся, она сможет прямо из поддона пить. А можно даже вот здесь с уголка чуть-чуть поливать, тоже будет неплохо. Симпатичная ракушечка. Вот такой горшочек. Я думаю, на белом подоконнике он будет смотреться очень даже симпатично. Пересаживать я буду в обычный вот такой
питательный, цветочный, универсальный грунт. Он подходит для комнатных, балконных, садовых цветов. Мы его брали специально, уже сажали цветы. Они приживаются в нем, хороший грунт. И поэтому сейчас насыплю его, а сам цветок вместе с землей, в которой он растет, прямо аккуратненько переставлю. Просто вот так вот, как стаканчиком выну из этой плошечки. Так будет удобно и не будет стресса у цветка, он останется в своей земле, в которой сейчас растет. Ну и покажу вам, что получилось. Вот что у меня получилось. По-моему, очень мило и симпатично. Вот такая симпатяга ракушка. Ее и на стол можно под светильник, под лампу дневного освещения поставить. Тогда будет еще и солнце такое. Ну, как бы солнечный свет получается, да? Фиалки любят такое искусственное освещение по типу дневного света. А можно и на подоконник поставить. Ну, разница колоссальная, конечно, но для фиалочки это вот нам вырастили, поделились с нами. Теперь такой цветочек. Кстати, у нас орхидея сейчас Максимкина зацвела, там очень красиво смотрится. Решила показать все-таки я орхидею, раз уж похвасталась, надо, говорю, показать. Вот такая вот красавица у Максимки расцвела. И еще одна стрела вот пошла. То есть скоро будет еще одна стрела с бутонами. Ну и Максимкины тоже кактусы любимые. Вот. Уже глубокая ночь. Мои мужчины спят перед дорогой. Я сейчас им соберу сумочку на завтра. Ну хотя им буквально там один раз перекусить можно будет. Вы знаете, я так подумала, что фраза, где я говорю, что я учу ребенка, а папа лечит, может неправильно восприняться и начнутся негативные комментарии по этому тему, ну, на эту тему, типа, какая ты мамаша, если ты не лечишь ребенка. Наверное, я неправильно выразилась, давайте я лучше это чуть-чуть пошире разверну, а то получится так, что не так ляпнула. Лечу ребенка я, но именно вот к врачам, когда нужно идти или ехать на дальние расстояния, это делает папа. Вот скорее так. А лечу, конечно же, ребенка я. Папа только вот информацию привозит. Они со мной будут также на связи. То есть там, в принципе, нужно врачам привести все анализы, которые мы уже здесь сдали. И на фоне этих анализов и того, что скажет папа, уже врачи примут какие-то там, может, решения. То есть ничего такого серьезного нету, ради чего там стоит мне ехать лично. А вообще, вы знаете, тоже размышляла потом, сказала вам фразу, что я, ну, такой человек нерешительный, да, ну, что я не могу там у врачей там настоять на своем или... Ну, вообще, это касается любого государственного учреждения, где мне нужно взять справку или там сходить что-то объяснить. Меня вот как-то вот меня не слышат, потому что я, видимо, у меня такой голос тихий. Я там что-нибудь пропищу, и в итоге я не могу добиться того, что мне вот надо бы строго сказать или там вот как-то настоять на своем. У меня вот это не получается. Но с другой стороны, вы знаете, вот если бы не было некоторых ситуаций в жизни, я бы не знала, что характер-то у нас, оказывается, настоящий. Он проявляется в каких-то ситуациях, ну, может, чрезвычайных там или как-то. Потому что в моей жизни были ситуации, когда я действовала решительно. Все терялись, а я, наоборот, ну, в таких вот моментах, ну, даже взять, когда нас грабили. У меня все на полу валялись, а я выступала, я пыталась защищаться, там, я там чего-то пыталась бандитам доказывать еще. Хотя они были вооруженные. То есть я потом поняла, что происходило. А вот в тот момент я вела себя как-то вот очень слишком отважно. Ну, то, что мне кажется, вот не свойственно. Или в детстве, когда папа там на маму с кулаками, я всегда была между ними. Я сразу как вот просто затычка втыкалась и не смей трогать маму. То есть вот грудью буквально своей закрывала ее. Вот, то есть получается, пока не столкнешься и не знаешь вообще, а какая ты внутри, что происходит.
А с виду-то вроде такой, знаете, одуванчик перепуганный. Ну, в общем, ладно, поболтала. Завтра 15 число, Магнит Косметик, будет скидка 15% или 20%, я уже не помню. Хочу сходить, надо коту корм купить, а самый ближайший от моего дома корм именно в этом магазине. Ну, а со скидкой, получается, будет подешевле. Вот, так что схожу еще, погляжу, может быть, там что-нибудь интересненькое. И хочу похвастаться, на прошлой неделе мне от двух блогеров приходили открытки, и вместе с открытками приходили вот такие вот два маленьких сувенирчика. Первый я сами открытки показывать не буду, а вот сувенирчики покажу. Это с Мордовии, прислал это Женя. У Жени есть канал «Домашняя вселенная». Женя тоже снимает ролики. Правда, редко пишет сейчас комментарии. Не знаю, Женя, смотришь ты меня или нет. Но огромное спасибо, приятно. Женя живет в Саранске и прислала вот из Саранска такой вот приятный привет с достопримечательностями города. И вторую открытку и конвертик прислал Саша, Александр Влог, его канал называется. Вот с таким вот милейшим магнитиком. Он живет в Кемерово. И вот как раз с Кемерово, тоже достопримечательность, видимо, города. Вот так была прислана. Очень приятно, спасибо вам огромное. Это были сюрпризы для меня, потому что многие знают, что я к праздникам очень равнодушна, я их не праздную. И поэтому такое необычное было чувство, что мне пришли открытки и даже вот такие вот сувенирчики. Хочу все равно сказать большое спасибо. Ну и, наверное, влог я свой закончу. Спасибо всем огромное за внимание. Я уж не скажу, что он был интересный. Наверное, он был так себе. Но раз уж сняла, хочу все равно выложить. Вот такой спокойный был день со мной. Всем до новых встреч и всем пока!